минуты, и за игрой сегодня будем следить я, Георгий Черданцев, а также мой коллега Константин Генич. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Надеемся на увлекательную игру сегодня. Сегодня Вест Хэм встречается с Лестером. В таком составе сегодня выйдут на матч хозяев. Ого, всего один форвард, но какая атакующая группа. И он, конечно, не останется без поддержки своих партнеров. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Блестяще! От углового флажка мяч будет введен в игру Вест Хэма. Хороший навес, но немного не точно. Подает Лансини. Удалось мяч принять. Штрафное прессингуют тут же. Мяч в сетке! Рикошетом от игрока обороны. Да, это прекрасный удар с лета и гол. Вот такие голы в одно касание, они, конечно, смотрятся потрясающе. 1-0. Сейчас будет веселее. Муса! Защита надежно играет. Мяч отобран. Мануэль Лансини. Вот если бы этот пас прошел, было бы очень опасно. Дэнни Дринквотер. Это может быть опасная атака. Где же удар? Нет, 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 нет. Это не гол. Арбитр зафиксировал офсайд. Дэнни Дринквотер. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удар Варди. Отличный момент. Но оборона на высоте. Неплохо действует игрок. Мяч отобранный. Что дальше? Отлично сыграно. Надо решать. Ну вот сюда пришлось отойти, чтобы получить мяч. Сабалета. Хавьер Эрнандес. Андре Айю. Это удар! Это удар! Да, направляет он мяч совсем мимо ворот. Однако технически такой удар, конечно, было очень сложно исполнить. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Марко Арнаутович. Не прошла эта передача мяч у соперника. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Андре Айю. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Вест Хэм готовится исполнить угловой удар. Подает Лансини. Но чуть-чуть под... Пенальти! Ну и мне так показалось, не имел игрок заранее принятого решения, пробил не лучшим образом. Судья фиксирует взятие ворот, матч продолжится из центрального круга. Знаешь, показалось, что там был рикошет, по крайней мере, на первый взгляд. Показалось, что мяч после удара все-таки изменил направление. Мяч за пределами поля, угловой. Фукс подает. Ротер решил отбить мяч. Кристиан Фукс. Очень дальний удар. Таким вряд ли можно забить. Совсем не точным удар получился. Да, но все-таки ударить так, как хотел, у него не получилось. Андре Айю. Дэнни Дринквотер. Защита справляется.
Хавьер Эрнандес. Мануэль Лансини. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Судья добавляет 3 минуты. Морес. Мимо! Оборона тут сыграла просто...